Добрый день, дорогие друзья. Начинаем пресс-конференцию перед матчем «Локомотив-Атлетика». Главный тренер «Локомотива» Марко Николич и Гжегош Крыховик. У нас будет еще одна очень интересная и хорошая игра, очень хорошая команда. Приехала здесь, в Москву. «Локомотив» знаком с «Атлетиком». У меня нормальное уважение к этой команде, к тренеру. Но мы подготовили себя. Я думаю, очень хорошо тоже. У нас наши качества есть. И последние игры против Баварии забрали впечатление, но не забрали очков. Завтра попробуем сделать все на поле, чтобы забрали очков. У нас две игры будут против Атлетика. Первая в Москве, потом после перерыва Мадрид. И я думаю, самое важное, как нормально, первая игра. И, как и сказал, будем сделать все, что завтра играем не за впечатление, не для впечатления, но для очков. Последняя игра в Лигу чемпионов мы неплохо играли, но, как тренер сказал, мы не взяли очков. Я думаю, что нам нужно быть эффективным, чем последний раз. У нас большое уважение, но верой в свою способность. Я очень хорошо знаю нашего противника, но я думаю, как все здесь, «Локомотив» играл много раз против них. Никогда, когда я играл, было легко, и я думаю, что завтра будет очень сложная игра. Но мы готовы, чтобы биться против ним, и все зависит от нас.